We're online. Hello, everyone. Dobrý den. Today, for dance number 108, we will dive into the energy of rap. And a rap coming from the Donetsk Oblast, from the Donbass, from a rapper called Stas Korolov. And in that song, he's featuring with Anton Sliepakov. And he comes from this city in the Donetsk region called Avdiivka. Today's rap was released last year, 2021, in May. And the title of that rap in English is Waves, and in Ukrainian, Volny. Enjoy these waves of Donbas rap. Электромагнитные волны такого узкого участка спектра, что если бы канатоходцем был, мне понадобился шест длиной, равный расстоянию от земли до солнца, равный расстоянию от земли до солнца, равный расстоянию от земли до солнца, чтобы удержаться на нем. Здесь о световом излучении и о том, что во всем электромагнитном спектре он занимает совсем крохотный участок. Видимое электромагнитное излучение. Думаю, что недостаточно понятно, что здесь имеется в виду. Ну и как все стихотворение изящной формы принесено в жертву содержанию. И мне это не очень нравится. Хочется сделать тоньше и понятнее. Хочется сделать тоньше и понятнее. И мне это здесь не очень нравится. Здесь о световом излучении. Ну и все. Я чувствовал электромагнитные волны красней и по топлеровских смещений самого реликтового излучения под солнцем украинского коктебеля. И под цвет непролитой крови, и под цвет непролитой крови, и под цвет непролитой крови моя кожа стала красной. Yeah! Здесь ультрафиолетовые волны, просто идем в сторону увеличения частоты. Ультрафиолет закат. И только что я обнаружил ошибку. Ультрафиолетовые волны не могут быть красней и смещенней, чем реликтовое излучение. Я сказал красней, нет, красней, поэтому вторую и третью строчку можно спокойно заменять. Черт, непролитая кровь — это отсыл к сжатию Крыма. И вот это мне здесь нравится. Вот это мне здесь нравится. Крым, украинский Крым, как Лебеля. Ультрафиолетовые волны, просто идем в сторону увеличения частоты. Идем в сторону увеличения частоты. Я слышал электромагнитные волны, что стали колебать мой воздух, что стали залетать мне в уши, заставляли меня плакать и смеяться, 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 заставляли танцевать и бесноваться, заставляли танцевать и бесноваться, заставляли бесновать и танцеваться, заставляли танцевать и бесноваться, а я вовсе не чувствовал себя заставленным. Если расширять текст, дальше звук.
помогал одним людям убивать других. И я пал и был объявлен героем. Thank you for this energy of the waves. Volny by Stas Korolov and Anton Sliepakov from the Donbas region. Have a good rap day. Enjoy. Be safe. Bye.